На каком расстоянии друг от друга рассаживать ель двухлетку? Ну вот это у нас трехлетняя ель. В прошлом году, ровно год назад, была рассажена на расстояние 5 сантиметров. Здесь как? Сажаем близко, да. 5 сантиметров друг от друга. Если ель меньше, то расстояние можно делать меньше. Ну вот из каждой почки пойдет побег. В трехлетнем возрасте она уже будет, то есть через 4 месяца довольно-таки хорошая. Потом дальше рассаживаться. Вот на таком расстоянии она рассаживается. Рассаживается двухлетка. То есть вы видите, можете видеть, да? Какое тут расстояние. Тут расстояние вообще 2 сантиметра, наверное. Здесь побольше 4-5. Отпада практически нет. Да не практически, а его нет. Нету проплешин, пролысин, где тут она была рассажена, там она и растет. Из всего этого хозяйства, здесь около 4000 с лишним, пропало, я вам скажу, штучек 5 всего. Дальше она будет рассаживаться, и все будет в порядке. И четырехлетка у нас к осени будет просто бомбическая. На этом все. Удачи, всего доброго. Подписывайтесь на канал. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик.